Я на сайте только сейчас прочитал, что все доклады отобраны и довольно серьезного содержания. Вот доклад еще более отобран, потому что я его сделал для сына моего партнера, который сюда не пришел. Это похоже на старый анекдот насчет того, что такси, как чукча обманывает такси, туда не платят на такси, не садятся и не едут. Поэтому вы будете кататься на том такси, но у меня зовут Евгений Сорокин. Я являюсь одним из учредителей студии Сорокин и Куликович. Это компания, которая стоит двумя ногами на двух странных дисциплинах, на IT-автоматизации и на HR. Мы создаем HR-процессы большие и процессы продаж, и их автоматизируем в больших компаниях. Такие у нас замечательные байки, такие у нас замечательные проекты, которые ходят здесь, в России, в Украине, в Казахстане. Мы готовим бизнес-исследователей, HR-ов, автоматизаторов и даже уже вывели на рынок около трех своих продуктов, которые автоматизируют и HR, и продажи. О чем сегодня поговорим? Поговорим о том, как попасть в большую и красивую компанию. В 2010 году я думал, что компании в Беларуси, они действительно большие и красивые. Но когда я столкнулся с Эриксоном и с Водафоном, я понял, что даже EPAM это не так много с точки зрения планетарного масштаба. А я хочу рассказать о том, как выбирают себе людей именно большие компании, которые известны worldwide. Эту плохо видную схему я взял у Дэнфайла где-то года два тому назад. Хочу сказать, что для... это возраст наших разработчиков. Кстати, мне так и не сказали, а кто в публике сидит? Это разработчики, это HR, инженеры, кто это? Кто из вас разработчики будущие? Студенты, школьники, разработчики? Да, с большего. Вы можете руку поднять, кто здесь разработчики, чтобы я понял, на кого эту презентацию? Это все разработчики, а все остальные кто? Наблюдатели. А все остальные гуманитарии. Ну, супер, значит, тогда будут 50 на 50. Итак. Кому будет интересно здесь и очень познавательно? Ребятам до 21-22 лет и ребятам после 30. Почему все вот это вот обозначено кругом? Потому что, как правило, разработчики вот этого возраста у нас являются самыми востребованными, им дуют абсолютно всюду, и я думаю, они пока не станут 30-33-летними зубрами разработки или HR, их мало кто сможет пошатнуть. Всем остальным точно будет интересно. Я пытался честно найти вот эту вот цитату в интернете. Я ее не нашел, и я ее записал сам. Плохую работу вы точно найдете. Без проблем. У нас много компаний, которые нуждаются в HR. У нас много компаний, которые нуждаются в разработчиках. Причем как хорошего, так и хорошего, так и не очень хорошего уровня. Это нормально, и это будет хорошо. Как найти хорошую работу? У нас будет быстрый такой... путешествие, в котором я расскажу о том, на чем падают практически все. Первое – это отправка резюме в большую корпорацию. Я расскажу 9 лайфхаков, которые позволяют это сделать грамотно, так, чтобы ваше резюме хотя бы попало на стол HR всемирно известной компании. Дальше. Мы посмотрим на резюме. Штука вроде простая, но 8 тех же самых лайфхаков дадут вам возможность не провожать с ним. Ну и мы говорим про обычные холивары в резюме и в HR-ском деле, которые позволят вам, ну, наверное, спозиционировать себя более верно на рынке. Плюс разберем в самом конце термин «убийца резюме», который встречается практически в резюме у каждого и который обрекает это резюме на долгий полет в мусорный ящик. Начинаем тогда с отправки резюме. Резюме – это вообще простая штука, ужасно простая. Это заглавие, контакты, summary о себе, ваш опыт, ваше образование, сертификат. Почему практически все это резюме убивают сразу же на корню? В чем можно ошибиться? Каждый из рекрутеров больших компаний, а когда мы ведем автоматизацию, у нас бывает иногда в подчинении и по 150 рекрутеров, делая ревизию, мы замечаем, кого же они выкидывают в ящик.
они выкидывают в ящик неправильно сформатированные резюме. Смотрите, вот это вот резюме американских разработчиков. Когда ты в день просмотрел приблизительно 200, а то и 500 резюме, конечно, ты сразу пробегая глазами, понимаешь свой чужой. А как вам кажется, если назвать эти резюме 1, 2, 3, 4, какой из резюме является максимально доходчивым с точки зрения вообще структуры? Тот, кто сказал третий, святой человек, абсолютно прав. Нет, никаких вопросов пока нет, мне просто запретили отвечать на них. Все вопросы в кулуарах, поэтому. Но я постараюсь быстрее закончить, чтобы рассказать все. Да, абсолютно верно. Третий формат. И мы сейчас по нему пробежимся. К чему оно? Давайте начнем с самых азов. Откуда поступает резюме в большие корпорации? Или в представительство больших корпораций здесь, в Украине, в Казахстане? Первое – HeadHunter. И буковки эти не зря зеленые. С HeadHunter все просто и понятно. Вы структурируете себя с точки зрения логики HeadHunter, вы откликаетесь или наоборот, вас каким-то образом вытягивают в эту систему, вас приглашают, и вроде все в шоколаде, все хорошо. LinkedIn – еще лучше. Если вы позаботились и оформили свой профиль LinkedIn хотя бы до 80%, вы с LinkedIn работаете, да? Ну, я уверен, что все работают. Там вот сбоку, в правом верхнем углу, есть уровень заполненности вашего резюме. Чем более он заполнен, тем более лояльно на это смотрит рекрутер. А дальше начинается ад. Начинается оттач резюме корпоративного сайта. Когда вы оттачите резюме, вы его уже должны сделать по своему образу, подобию и структуре. Вот это вот оттаченное резюме. Дальше. Корпоративный сайт и форма. Не секрет, что большинство больших компаний, они не так сильно завязаны на айтишников, как маленькие компании. У них есть бренд, у них есть экспертиза, у них есть клиенты гигантские на самом деле. И поэтому, да, у них есть бизнес-процессы, поэтому они вполне могут заменить одного разработчика на второго, абсолютно не сильно в этом потерял. Мне буквально 2 недели тому назад рассказывали про интересный случай, когда компания заказала в Украине на собеседование на чартерном рейсе самолета привезти из Индии в Украину порядка 300 разработчиков на один день на собеседование. Да, это делается. Но эти же компании, они имеют свою собственную логику подачи информации и чужое резюме, они не сильно будут рассматривать. Даже на LinkedIn иногда не будут смотреть. Соответственно, вы будете заполнять их форму. Ну и самое неприятное, оно настолько неприятно, что оно даже не влезло в этот экран, это пустое поле, которое нужно заполнить на сайте вашего будущего работодателя мечты. Я, естественно, пробегусь по всему этому, я просто обозначил общее поле значений. Ну что ж, я специально пробежался по HeadHunter, по статьям с Хабра и услышал очень много советов насчет того, что все молодые ребята или пожилые ребята, которые хотят совершить плановый скачок и улететь куда-нибудь в Google или в Facebook, они должны запомниться. Они должны сделать резюме, которое будет выделяться. Нет. Нет и еще раз нет. Вот это вот резюме эталонное. Здесь даже написано «Джон До». То есть такого человека нету. Вы, глядя на него, что будете делать? Вы сделаете приблизительно вот это. Это резюме моего стажера. Учитывая нашу команду сейчас 80 человек, и стажеров порядка 5-6, одно из заданий – укомплектовать и сделать продающее резюме. Она сделала вот так вот. Вот эти вот красные вензеля и так далее, это мои корректировки того, что есть. Она сломалась на первой стадии корректировок. И вот то, что выглядит так хорошо в интернете, в реале будет выглядеть так. С этим вас не пустят никуда. Не надо пытаться. Прекрасное резюме, на первый взгляд. Но в нем есть еще один грех. Оно слишком сильно заформатировано. Смотрите, сколько колоночек, сколько графочек, сколько типографики в этом резюме. Когда вы дойдете до заполнения формы на корпоративном сайте, вот это вот все сломается сразу же, и ваше резюме будет выглядеть более чем уныло. А если вы попадете на поле, которое нужно заполнять в своем резюме, то это резюме превратится просто ни во что. Так что для начинающих и для серьезных, смотрите, пожалуйста, вот сюда, а мы расскажем, как это сделать. Первый закон
И мне кажется, его вообще объяснять никому не нужно. Резюме должно быть очень маленьким. 200 килобайт, 300 килобайт. Да, на сайтах больших компаний мы пишем, что максимальный размер это 15 мегабайт. Но в больших компаниях часто лежат сайты. Мы просто не можем забрать большие резюме больше 4 или 5 мегабайт. Да, такое встречается. И у Vodafone такое встречается, и у Ericsson такое встречается. Поэтому не мучайте людей, не мучайте систему. Чем меньше резюме, тем лучше. Форматы. Это мы все можем позволить себе пользоваться оборудованными версиями ПО. Мы пользуемся майями, мы пользуемся фотошопами. Но большие компании не могут обеспечить все рабочие места этой продукции. Поэтому пощадите их. Часто бывает в большой компании не поддерживается формат .docx. Он просто не откроется. Используйте минимальные требования док. Если хочется очень немножко выделиться, попробуйте PDF. Но лучше и док, и PDF попытаться приоттачить. Это факт. Резюме в текстовом формате. Кто-нибудь слышал про такое? Скажите ад на самом деле. А теперь вернемся вот сюда. Большущие компании потребуют заполнить резюме в текстовом формате. Поэтому, пожалуйста, держите всегда ваше прекрасное вот такое вот резюме еще в режиме TXT. Что из этого следует? Минимальный формат, минимальные шрифты, минимальные наклоны букв, курсивы, болды. Изгоните их как дьявола, чтобы его там не было. Все должно быть просто, как калашников, да? Вот. Достали из воды, подули в ствол, он работает. Размер резюме. Как вы думаете, сколько лет вот этому человеку, этому прекрасному бизнес-аналитику? Сколько? 60. Много? 60? Ему 21 год. И вот этот вот человек, наверное, мудрецом каким-то графоманом Толстого или еще кого-то, он сделал приблизительно вот это. Зачем он это сделал? Зачем, чтобы HR... Что? Зачем? Не об этом. А он сделал это за тем, чтобы HR где-то лет 5 друг другу пересылали вот этого резюме и с него смеялись. Вот. И оно, кстати, попало сюда. Я попытался замазать его имя, чтобы его не опозорить, но тем не менее. Какой размер резюме? 1-2 страницы. Пока вам не будет 40 лет, это должна быть 1 страница. Больше 40 – это будет 2 страницы. Не напрягайте людей. Формат. Я взял по запросу худшее резюме, Эва, и попал в топ-15, где была вот эта замечательная девушка. Помните, да? Всегда помним, что нас поджидает поля или форма. Во что превратится это резюме? Оно уничтожится. Но если вы даже пересылете его в PDF, но это будут просто потерянные годы рекрутера. Да, оно попадет вот сюда, на конференцию, но оно никогда не пойдет на стол, да, и так далее. Язык. С языком очень много интересных вещей. Закон простой. Если вам написали вакансию на английском, на каком будет резюме? На английском. Если вам написали резюме на русском, оно будет на русском. Не нужно умничать на русском резюме, отвечать английскими словами. Большинство HR не знают английского. Те, кто работает здесь, поэтому не стоит. Иногда бывают два вида резюме. Сначала написано на русском, потом на английском. Ну, покажите, что вы знаете английский без проблем. Но, тем не менее, не пытайтесь наперекор самой логике вакансии ее отправлять в другом языке. Мотивационное письмо и CV. Слышали такие вещи? А скажите, чем отличается CV от мотивационного письма? Что такое вообще CV? Вы слышали CV? CV? Это не фонда CV. Что? Резюме. Резюме есть. Вы абсолютно не правы. Еще кто-нибудь слышал? Правильно. А что это по-русски значит? Жизнеописание человека. Поэтому, если вы не Нобелевский лауреат, если вас не пригласили заведовать кафедрой чего-то в университет Смитсоновский или еще куда-то, вы не пользуетесь CV, потому что CV – это очень длинная штука, даже не на 6 вот этих вот страниц, а на 20 или на 25. Там вас берут уже на всю жизнь, и там вас берут с очень и очень серьезным прицелом на то, чтобы вы и скончались в этой компании. Поэтому CV нам пока не надо, мы еще молоды. Нам нужно мотивационное письмо.
Я показал возможность HeadHunter оттачить сразу же к любому резюме мотивационное письмо. Если такой возможности нет, отправляйте сразу же в шапке вашего резюме мотивационное письмо. Оно должно быть небольшим для технических специалистов. Я покажу худший вариант того, что я в жизни видал, ну и то, что в принципе годится и можно дальше чем работать. Здравствуйте, заинтересовала ваша вакансия. Это самый распространенный вариант мотивационного письма. И сразу же кажется, что человек, который написал, не совсем в адеквате. Ну, я и так понимаю, что его заинтересовало мое резюме, то есть вакансия, потому что он ну, так и не откликнулся, верно? Зачем лишний раз сбить рекрутера, который просматривает по 200, по 300 этих резюме? А вот это вот уже вменяемый вариант мотивационного письма. Ну, строчек здесь 7, по-моему, можно было бы уложиться и в 5, но тем не менее он замечательно показывает саму логику. Кто вы такой, почему к нам, и, как говорят россияне, почему вы такой дерзкий? Да? Это хороший ответ на этот вопрос. Ну что ж, мы разобрали основные косяки, которые проходят при отправке этого резюме. Теперь давайте разберемся с самим вашим резюме. Сейчас есть очень известный всемирный тренд, который называется «Мы себя не умеем продавать» или «Давайте учиться себя продавать». Вот резюме – это наш первый лист конкурентных преимуществ перед работодателем. Берем хедлайн. Я никуда не убегаю. Я напомню вам всего лишь обычную американскую структуру резюме, да, и по нему я пробегусь. Давайте начнем с хедлайна. На самом деле, самая важная штука. Одна позиция, одно резюме. Помните главный закон снайпера? Одна пуля, одна голова. Да? Не нужно думать, что одной пулей можно их сделать сразу же несколько. Поэтому, когда человек пишет у себя в шапке, что он является веб-программистом, IT-специалистом или системным администратором, или рекрутером, HR-менеджером и офис-менеджером, это что? Я определил, значит, что не знаю, чем поживется. Так и есть. Это ничто. Есть законный вопрос, а я вот хочу на несколько должностей оплавиться сразу же. Заведите несколько резюме. И, пожалуйста, сделайте так, чтобы в этих нескольких резюме ваш ценник как специалиста не отличался, что за рекрутинг я возьму $500 в Минске, а за HR-менеджера 1500. Везде должно быть либо 500, либо 1500. Потому что если человек их вот так вот найдет, а он их найдет в поисковике, он будет долго смеяться. Поэтому запомнили, как отче наш, на позиции одной резюме. Дальше. Опять фото. Это директор предприятия российского, который подал свое резюме на должность одного из директоров Беларусь Калия. Я специально приподнял вот эту вещь, но я замазал фамилию Мэль. Вот. Серьезный человек, серьезное резюме, ну и серьезная фотография. Я говорил, что мы начнем с холивара. Это первый холивар. Айтишники не очень сильно любят помещать свою фотографию в резюме. И с точки зрения американского опыта или английского опыта, это справедливо. У них есть такое понятие, как невмешательство в личную жизнь. Фотка – это вмешательство в личную жизнь. Поэтому там много резюме идет без фотографий. У нас используйте фотографии и не демонстрируйте в них креатив. Обычная нейтральная фотография. Не там, где вы в костюме Спанч Боба, а хорошая, нормальная, где можно увидеть ваше лицо, два уха. Помните, если кто ездил в Америку или еще куда-то, просит увидеть уши. Это за тем, чтобы ну, ровно было лицо хотя бы спозиционировано. А поэтому фото добавляйте. По многим этим специальностям есть такие вакансии, которые длятся месяц, два или три. Поэтому, когда с вами ведет переписку рекрутер, ему все-таки приятнее представлять какого-то человека, нежели чем обезличенную фигуру, ну или букву Боба, да, это совсем плохо. Контакт. Опять поливаю. Большинство айтишников, они просто не хотят вмешательства в личную жизнь, они не хотят попадать в базу контактов, и это справедливо. Если вам от 25 до 28 лет, вас и так все хотят, не надо, ничего вообще не указывайте. Вас найдут на конференции, визитку дадут. Но если это не так, указывайте все, что можете. Телефон – это понятно. Mail – понятно. Вопросительный знак в том, mail должен быть адекватным. Если вас зовут Илья Иванов, ну пускай это будет Илья Иванов, собачка, Google. Вы из компании ToCraft.
Нет? Нет? Значит, я вас с кем-то перепутал. А собственник компании TopRaft Дубаков, он вообще говорит, что если я вижу, что резюме находится в доменной зоне Mail.ru, я считаю, что человек не совсем адекватен. Да? Поэтому давайте Google.com, имя, фамилия, на этом закончим. Там Panda 1991 или Hot Chip, или там, не знаю, там Monstro, тоже с годами не подойдет. Нормально. Skype. Почему Skype так приятен? Большинство рекрутеров ведут все базы своих кандидатов в Skype. Мы с этим боремся нещадно, но тем не менее это есть. Почему? Мы стараемся загнать в наши системы автоматизации все базы данных кандидатов. Рекрутеры хотят максимально в свой собственный карманчик отложить этих кандидатов, чтобы уйдя к новому работодателю и утащить эту базу с собой. Да? Ну, давайте подыграем его немножко. Все базы находятся здесь, и вы будете Женя, PHP, Senior, или там, не знаю, Толик, Ajax. Когда у рекрутера появляется новая вакансия, он ищет их по списку своих горячих контактов. Поэтому, пожалуйста, дайте ему возможность добавить вас в список горячих контактов. Иногда почувствуйте себя звездой, которая отказывает на каждую вакансию. Но иногда это очень хорошо выстрелит. LinkedIn. Прокачанный профиль 80 и выше обязательно. Что самое приятное в LinkedIn и куда нужно смотреть? Естественно, на технологии. Ну, LinkedIn всем здесь пользуются. Чем больше у вас идет цифрок под каждой технологией, то есть большое количество людей поставили клик, что он в этом рубит, тем больше у вас шанс попасть дальше. И, естественно, рекомендации в LinkedIn. Собирайте их. Если у вас дальше под резюме находится вот такое гигантское полотно рекомендаций всех тем, с кем вы работали, это мега плюс. А большая часть компаний московских и казахстанских, они отказываются рассматривать резюме разработчиков с HeadHunter. Если у вас нет профиля в LinkedIn. Это правда жизни. Ксинг. Штука более непонятная, но тем не менее запишите ее и запомните. Если вы будете работать с европейским рынком, а не с американским, то Ксинг – это аналог LinkedIn, только по странам. Голландии, Дании, Бельгии и т.д. Чуть не сбили. Чего? Поэтому Ксинг, логика его похожая на логику LinkedIn. Прокачивайте профиль. А европейцы не очень любят людей, которые указывают профиль на LinkedIn. Они иногда милятся, если вы очень хороши, но если вы только начинаете, окажите им любезность. GitHub. С GitHub, я думаю, тоже все знакомы. Все знакомы с GitHub? О, хорошо. Надо познакомиться. Очень надо познакомиться. Если говорить простым языком, это что-то вроде профессиональной сети, в которую вынесена разработка. То есть в определенный момент люди не могут, условно говоря, сделать проект самостоятельно, и они могут вынести даже часть своего кода, и потом, привлекая к себе других людей, друзей и так далее, они могут допиливать и делать серьезные программы. Иногда это бывает даже на добровольных началах. Поэтому GitHub, если вы там находитесь, если вы там комментите, если вы находитесь в нескольких таких комьюнити, это показывает очень серьезный ваш уровень. Иногда достаточно глянуть на посланный GitHub рекрутер, переслать этот профиль или несколько строчек вашего кода своим разработчикам, и ваше дело в шляпе. Поэтому обязательно узнайте, что это такое. У него такой красивый логотип, у него код с 8 ножками, называется OctoCode. И рекрутерам, и разработчикам must be и must have. Блог. Если блог у вас релевантен вашему опыту и релевантен той должности, которую вы хотите получить, это тоже будет очень-очень круто. На самом деле существует ужасная нехватка людей в IT-секторе, которые могут выйти просто и рассказать что-то. А вот если выйти и написать, то вы вообще будете на вес золота. Поэтому не стесняйтесь, блог это тоже туда. Видите, мы еще только говорим про хедлайн, насколько он важен. Возможность релокейта. Часто бывает, прилетают рекрутерам и техническим специалистам заявки на работу в Питере, в Магадане, ну, не дай бог, да, вот, или где-нибудь в более теплых местах. Поэтому указывайте все, где вы можете находиться и переехать, красивые солнечные города, не стесняйтесь. Иначе это может быть неприятно для нас. Ну что ж, поехали в опыт. Технологии. Краткая сестра таланта – это не про вас. Написать просто PHP или IT Headhunting – это ни о чем. Дальше не читается обычно.
в спецификации на специалиста рекрутеру дается целое облако определенных слов и понятий, по которым он будет искать. Поэтому упростите ему задачу. Если вы думаете, что вы сможете это рассказать на собеседовании, то это неправда, вы не расскажете, вы не дойдете на собеседование. Поэтому, пожалуйста, укажите языки, библиотеки, средства автоматизированного тестирования, с которым работали, средства, допустим, ERP-компании, в которой работало все это дело. Это будет очень и очень большой плюс. Все гуманитарии, которые здесь есть, если они будут хотеть попасть в рекрутинг, скажите, пожалуйста, на основании чего делается хедхантинг? Если у вас 7500 плюс контактов в LinkedIn, это уже веский аргумент. Если вы работаете в Твиттере, и, условно говоря, у вас есть больший ряд закрытых вакансий там, на конференциях, это тоже большая конкретика. Поэтому не стесняйтесь, хвалите себя. Опять, опыт. Описание. Обычно все пытаются описать то, где они участвовали некими безличными глаголами или прилагательными. Проектирование системы, разработка системы, биосфер, прототипирование и т.д. и т.п. Переходите в завершенные глаголы, что вы лично спроектировали, разработали, сделали. Те, кто идет на должности проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, вы должны вот это еще перевести в язык времени или денег. Если вы разработали, сколько это сэкономило времени и позволило заработать деньги. Если такой коммерциализированный подход у вас есть, ну, вы в данках, это очень круто. Теперь смотрите, описываем суть проекта, обязательно. Одно ККП, ну никак. Где был этот проект? Вы работали с банками, вы работали с навигацией, вы работали с военными. Если у вас совсем нет опыта, ну, не надо стесняться, у вас же есть курсовые дипломные работы. Расскажите о чем. Ваш личный вклад, вот этими вот глаголами. И еще немаловажно, если это попадется собственнику, ваш интерес. Почему вам это интересно? Почему вас от этого прет? Две строчки, этого будет достаточно. Даты и образование. Всегда помним, что мы показываем логику роста. Самое худшее, что мы можем сделать, это заставить задавать себе вопросы. А почему ты работал, чуть разгружал вагоны вот посередине своей трудовой деятельности? Если вы разгружали вагоны месяц, два или три, вы можете смело это дело опустить. Укажите три или два места работы, которые очень четко будут показывать логику от момента вашего обучения до момента, в котором вы оплатитесь в эту компанию. Все в порядке? Учился, практиковался, повышал квалификацию обязательно, читал книжки, мне было интересно. Если вы пришли в IT, не из IT, переквалифицировался. Покажите интенцию. Первый проект, который у вас был, маленький, большой, неважно, опишите его. Что это было? Не ПХП, а вот приблизительно вот такая вот борода. А дальше мы тоже показываем определенную логику. Рост подчиненных, рост компетенции. Только в этом случае у меня вопросов не будет. Я вижу вашу логику, я вижу последовательность. Все нормально, идем к следующему этапу. Ну что ж, мы перешли к самому интересному. Убийца резюме. Если написать нечего, как говорили в университете, пиши много, и это тогда прокатит. Здесь это не работает полностью. К сожалению, это то, что убивает резюме сразу же. И обычно рекрутер смотрит сразу же на голову резюме и на низ резюме. Вот это вот низ. Я написал топ слов, которые убивают любое практически резюме. Ну а если вы дойдете до собеседования, там вас уже убивает рекрутер с улыбкой на устах. Смотрите, мы помним логику. Ваш личный вклад. Мы пытаемся это расшифровать. Почему в ваших компетенциях не взять и не сделать приблизительно то же самое? Давайте посмотрим. Вспоминайте свое резюме. Кто не писал, что он быстро обучаемый? А кто не писал, что он лидер, стратег, нестандартно мыслит, что он креативен, коммуникабелен и так далее? Но это же тотальный булшит. А особенно, ну это я просто взял из одного резюме, на самом деле. Это не человек, это Бог. Давайте подумаем, как это все дело расшифровать и перевести на язык нормальных людей, которые уже устали от этой ерунды. Что такое быстро обучаемый?
быстро обучаемый, это значит, вы зашли на Курсеру, на интересующий вас, условно говоря, язык, вы прошли, вы сертифицировались, вы знаете, посмотрите внимательно, вот такие библиотечки, вот такие языки на таком-то уровне, уровень сертификации Курсера, возможно, вы не затратили на это никаких денег, и сделали это все за один или два месяца. Тогда пишите быстро обучаемый, двоеточие, и пишите все, что я рассказал. Если вы способен к тесному взаимодействию, ну это какая-то интимная компетенция. Также как человек, на которого можно положиться. Если вы лидер, и у вас нет опыта, а что вы сделали в университете своем, чтобы стать лидером? Вы были заводилой кружка у Тимур и нашли какую-то команду, стали своим пенсионерам каким-то помогать. Что вы конкретно сделаете? Чем вы это докажете? К этому вопросу будет больше всего практически. Причем на этапе именно рекрутера, еще до технического собеседования вы не даете. А командный игрок, а у вас была команда когда-нибудь? А какая команда? А где вы в ней играли? Непонятно. Ну что ж, я, как и обещал, показал вам основные ошибки, которые я выгребал, наверное, уже 12 лет из практики управления большущими департаментами компании. Вот эти вот все циферки, потом вот проверить, они абсолютно вот все вот попали. А, у нас осталось время на вопросы? Да. Осталось 5 минут. Так, сейчас, стоп, все не так быстро, опа. А, это Facebook, это сайт белорусский, это наш русский большой сайт, Instagram, вот там я как профессионал предоставлю, по крайней мере, вот управление, и блог. Поэтому, пожалуйста, когда вы будете добавляться, как хороший специалист, вы берете и пишете, мы встречаемся на конференции такой-то. А то индусы и арабы, они на самом деле достают, они просто вот в тупую ломятся, и всегда нужно их как-то понять. У меня есть 5 минут ответов на вопросы. Да. Если у меня есть инициативный, как понять, что когда это меня просматривается, они вообще смотрят, это инициативный, они понимают, что это вообще. Они тоже будут думать, да, где он инициативный, как? Разумеется. Что такое инициатива? Инициатива — это значит, на каком-то месте вы предложили инициативу, вы взяли за эту инициативу, вы ее привели к какому-то решению. Если вы уже действующий специалист, ваше решение все равно измеряется в каких-то деньгах. Ваша инициатива стала бизнес-проектом в рамках компании. И вы стали, условно говоря, соинвестором вот этой вот инициативы. Но логика понятна? Да. Любая. Если ты начинаешь, сам себе это показывает скорее целеустремленность ваша. Поэтому вы будете писать, целеустремленно шел к должности, там, не знаю, Silverlight разработчика. Целеустремленно. Да? Вот кто-то учил, это учил, вот где там Silverlight-чиков можно найти, я уже даже не знаю. Но наверняка вы скажете, из каких недр вы доставали вот эту вот информацию хитрую. Еще? Да? А вы можете громче, я ничего не слышу. Там, где контакт, да? Телефон, такие. Вы будете выбирать, если вас заинтересует вообще. То есть если вы страдаете либо графоманством, либо вам есть что сказать, вы наверняка на какой-то площадке, там, не знаю, на Тумблере, на LiveJournal, либо просто на прессе начинаете вести свой блог. Кстати, это довольно здорово повышает качество специалиста. И поэтому вы просто в резюме указываете вот такую вот ссылочку. Ну, сначала будет HTTP и так далее. Вот он ваш блог, да? Я не знаю, у меня что-то дует, можно погромче, я вот так даже стою. Скажите, пожалуйста, правильно ли указывать резюме ожидаемую заработную плату? Все зависит от того, да, логику понимаю. Значит, смотрите, в резюме вы в любом случае часто откликаетесь на ту заработную плату, которая указывается. И здесь вы уже смотрите сами. Если у вас компетенции сверхдостаточно, и вы чувствуете свою конкурентность на рынке, 100% указывайте, чтобы отсеивать ненужных или слабоватых работодателей.
Если у вас опыта этого нет в отрасли, вообще не указывайте. Я вам скажу, что выйти на самого большого своего клиента мы смогли тогда, в 2008 году, когда мы работали на него 2 месяца абсолютно бесплатно. Мы так и написали. Мы готовы сделать это за интерес. Поэтому просто прикидывайте. Тогда у нас не было компетенции. Если у вас они есть, указывайте зарплату. Вы уже чего-то стоите. Все? Да. А вот интересно, то есть много людей, которые перепрофилируются с чем-то не так, например, вот вариант фронт-ленинатичества. Что в таком случае можно указать себе резюме, чтобы социально работодатель, если у тебя опыт, например, психический, если не побольше? Переквалифицировались, овладели такими-то, такими-то технологиями, такими-то, такими шаблонами, базами и так далее. А что, например, из прошлого опыта работы, например, в экономических сферах? Ну смотрите, экономист-разработчик в будущем это вполне возможно прекрасный либо бизнес-аналитик, либо проект-менеджер. Да? То есть сразу же представляете траекторию своего дальнейшего карьерного движения. Чисто в разработку, а у меня возникает вопрос, если вы сразу же хотите прийти и, допустим, работать в качестве проектного менеджера или продавца, например, в сфере IT, у меня вопросов не возникает вот в этой вот линейности. Плюс вы указываете переквалификацию вот эту вот вашу. А если же сфера, например, не связана, или раньше была экономическая сфера, дальше, к примеру, просто фронтендер разработки, которая прямо не связана с экономической, то есть просто полная переквалификация. И что? Все равно компетенция у вас остается. Покажите, что вам. Не пытайтесь отказаться от корней. Экономическое ваше образование, оно никогда не будет лишним. И никогда вы не будете глупо заниматься фронтенд разработкой. Вполне возможно, вам сразу же дадут какой-нибудь full stack, который вы сможете там, не знаю, потянуть. А на будущее вы все равно будете прикидывать, куда вы пойдете в этой компании. Поэтому обязательно укажите все ваши достижения в экономической сфере и укажите достижения в вашей разработке или переквалификации. А собственник сам сделает выбор. Естественно, для большой гигантской компании у вас не так много шансов. Но для компании в Беларуси у вас их достаточно, чтобы попробовать. Все, да? Вот, все, вы самый первый. Да, я сам последний. Просто вот некоторых компаний интересуют хобби. Вообще для чего мне здесь интересуются? И стоит ли на это уделять внимание? Все зависит, вот предыдущий вопрос был, да, от ваших компетенций. Если компетенций мало, не пытайтесь сдавать зацепки. То есть, условно говоря, если ваше хобби не релевантно той должности, которая идет, оно вызывает странный интерес. Ну, вы можете быть, там, не знаю, специалистом по борьбе на самом деле, да? Ну, странно, жутко, да? Зачем оно? Если вы любите читать, например, книжки, это тоже может быть серьезный момент, потому что большинство собственников не любит людей, которые много читают. Если ты такой умный, то читай где-нибудь там в другом месте. Поэтому я бы от хобби, оно вызывает еще больше вопросов, чем компетенции. И в западных резюме только в curriculum vitae указывается хобби обычно. Я бы не стал учиться. Но если вы человек с опытом работы, ваше хобби может дать, и вы будете говорить собственникам, а не с рекрутером, о которых мы здесь говорим, ваше хобби даст вам очень большой плюс в том плане, что вы интересный человек. Вот я занимаюсь кислородной аргонной сваркой. Мне абсолютно не жалко это рассказать. И мне нравится, что собственники, которые меня вызывают, мы сначала просто говорим про то, как подсоединять баллоны с ацетиленом, например. Вот мы говорим, а потом весь проект это 3 минуты. Да, да, все договорились, все нормально. Свои люди даже. Поэтому сразу не вызывайте без больших компетенций такие вопросы. Что, у нас все? Да. Все, отсоединяйтесь.